Или правнуки у вас уже, наверное, есть, да, чтобы они вас радовали, не огорчали. Потому что ну, близкие люди, они очень многое приносят для нас. И времени бывает отнимает, и здоровье, да, чтобы у вас все было в этом плане благополучно. Актерскую особое внимание, вы знаете, что у нас выделены деньги дополнительно, и большая часть, более половины идет на шахтерск. Поэтому вы в этом случае, что называется, не обиженные. Ну, я думаю, и у меня такое устремление, я хочу, чтобы эти два города стали одним городом, чтобы мы были вместе, чтобы мы не разделялись на Углегорск и Шахтерск, чтобы мы были едины. Ну, в единстве наша сила. Поэтому с праздником вас, Великой Победы! Спасибо, спасибо. Живите, пожалуйста, долго, долголетия вам, здоровья, чтобы при вас всегда были ваши родные, близкие. В 86-м году в нашем районе, как и во всей области, и во всей стране, была создана общественная организация ветеранов войны и труда. В это время у нас насчитывалось 800 с лишним, 805 человек, одних только участников войны, так, и из них 62 инвалида войны. И в конце этого столетия, да, потому что у нас было такое медицинское обслуживание, да, мы хоронили в год по 40 человек как одних ветеранов и столько же ветеранов трудового фронта. Сегодня осталось 10 человек. Но надо сказать, что в последнее время нашему поколению, как и всему народу, так много проявляется забот о том, чтобы мы жили бы получше. Поэтому и хотелось бы, чтобы о нас не забывали, так и о нашем труде. Мы, еще раз говорю, гордимся вам здоровья, огромного здоровья, долголетия. Спасибо вам, низкий вам поклон. Нет, я просто говорю, не деньги в конце там за памятником, а прям уходом с ними вместе. Не хочешь? Я ж молодой был, да? Не надо.